Этот храм – единственная во всем крае армянская церковь. Не случайно сегодня она не может вместить всех желающих. Юбилей 2 – 10 лет со дня освящения храма и 20-летие алтайской диаспоры. Георгу Саркисяну из Рубцовска посетить встречу не помешали ни дела, ни капризы погоды. Он приехал сюда вместе с дочками. Какая может быть проблема? Здесь уже какая-то работа или что-то, все равно это такой день, что можно как бы все временно оставить, приехать, встречаться. Поэтому очень приятно. 10 лет назад церковь великомученицы Репсиме после 7 лет строительства наконец осветили. Крест для храма привезли из Еревана. Прихожане сегодня почтили память жертв геноцида. В Алтайском крае проживает несколько десятков тысяч армян. Только в Барнауле их насчитывается порядка 15 тысяч. И тесную связь народов не разорвать. Этот фундамент духовного единства, братства, очень прочно и зыбко. И мы всегда шли бок о бок, плечо к плечу, защищали общие святыни. Через пару месяцев Рубцовский планирует открыть вторую армянскую церковь на Алтае. И в честь события вся большая армянская семья вновь ждет приезда своего архиепископа. Ирина Харитон, Николай Шилко, «Наши новости».